Самое добрейшее итальянское утро, мои хорошие. Бонджорно, тутти. Какая красота. Сейчас у нас сколько? 8:30 где-то утра. Пока еще солнце на балконе на наши не попадает. Но как красиво. Свежо, так хорошо. А мы с Робертом собираемся сейчас поехать в музей «Италия в миниатюре». Хотим сейчас съездить, потому что не так жарко, и людей не так много утром. И потом все. И потом каждый по своим делам, кто куда. Роберт особо у меня такой не пляжный парень, поэтому он свободен, и я свободна. Вчера вечером я решила пойти на дискотеку. Мы вернулись из Сан-Марино вчера. Я чуть-чуть приняла на грудь венца, может, что-то и покрепче, и услышала музон. Такая музыка грохотала где-то, откуда-то. И я поняла, все, без музыки мне оставаться надолго нельзя. Короче, начали сборы мои на дискотеку. Роберт только перекрестился, думает, пусть это чокнутая хоть куда-то уже пойдет. Начали же меня собирать. Начали с того, что я потеряла ключ от номера вчера, когда мы были в Сан-Марино. А это проблема, потому что к нам в отель войти в эти двери раздвижные, просто так никто не войдет. Ты должен приложить ключик, этот автоматически оно открывается. Это первое. Естественно, мне пришлось забрать Роберта ключ. А когда ключ вынимается, то в квартире темно. Ну, естественно, ни света же ничего. Но уже было часов 10 вечера, он уже собирался спать. Короче, пока собрали меня на ту дискотеку, я не знаю, куча нервов. Потом кинулись, где же моя пудра? Пудра в машине. Ну, короче, бедному жены ты сидень молись. А потом кинулись, я говорю, у меня же денег нет. Наличных, на карточке. Ну, короче, пока собрались, уже идти никуда не хочется. Но я ж поехала, я пошла. И что вы думаете? Я вернулась через 5 минут домой. Тишина. Тишина и мертвые с косами. Вообще вымерший город. Ну, та сторона, где мы находимся. Вообще ничего нету там. Кошмар какой-то. А то, что музыку я слышала, это напротив нас кафе. С другой стороны. И там люди праздновали день рождения, и они пели в караоке. А мне так хотелось праздника. И все, я домой пришла. Вот это такая дискотечная. Ой. В общем, и то не то, и то, и все не те, и все не то. А вот это вот перед нами, видите, сейчас я приближу. У нас такие предположения, что это, наверное, и есть этот музей «Италия в миниатюре». Ну, мы так думаем, что вот эта вот Пизанская башня может быть перед нами. Потому что мы посмотрели по карте, от нашего отеля 5 минут на машине. Очень рядом. А если бы дороги были не односторонние, то вообще можно было бы доехать, наверное, я не знаю, за 1 минуту. Просто что приходится объезжать. А вот это же наш в основном. Сан-Марино. Бой, ребята, кто в Италии будет отдыхать вот здесь, в Болоне, да? О, на севере. Ой, как тут красиво. Я прям вам, знаете, желаю съездить туда. Такой красоты, ну, я не знаю, с чем сравнить. Я, ну, даже ну, не помню, чтобы где-то такое видели. Это так красиво. Боже, какая красота этот Сан-Марино. Обязательно раз в жизни, но туда стоит попасть. Ну вот, такие планы на сегодняшний день. Все, сейчас собираемся, поедем в музей в этот. Всем классного дня, прекрасного настроения, солнечного. Чао, тутти!